страшно, это страшно. А что мне потеряли? А как я буду? Да нет. 17-й год было, когда мы ходили на дамбу, там что там 10-15 сантиметров оставалось. Ну, Бог миловал, как говорится, в 17-м году. А сегодня разговаривали с дедом, он настиг, получается, моему дедушке 80 лет уже, он настиг поток был. Он тоже под горой всю жизнь прожил. Что вы сегодня приехали тут делать? Помогать, не крепляться, чтобы все это мимо нас прошло. Вы далеко живете от дамбы? Мы живем в середине, получается, вот прям под горы. Ну, может подойти, да? Может подойти, потому что, ну вот, если откуда вода пойдет, то, получается, до середины до нас дойдет. Что-то говорят, уже мыши даже бегут. Мыши не видели. Не видели, а вода подступает? Нет. Нет. Не в подполе, вот сейчас мы в подполе доставали картошку, вода. Есть вода? У нас сухо. Ага. То есть мы чуть подальше, вот третья улица, вот чем сейчас сказал. Страшно? Страшно, очень. Мы съезжаем хотя бы. Ну, там можно.